Отдел надзорной деятельности информирует, в период с 13 по 19 декабря на территории Угличского района пожаров не зарегистрировано. Приближается Новый год. В предпраздничной суете не стоит забывать о том, как безопасно установить и украсить новогоднюю елку. Во многих домах устанавливают искусственное праздничное дерево. Оно изготовлено из синтетических материалов, но представляет собой не меньшую угрозу, чем натуральная подсохшая хвоя. Искусственная елка при горении выделяет ядовитые вещества. В целях предупреждения пожара новогоднюю елку необходимо устанавливать как можно дальше от каминов, газовых плит и других источников открытого огня. При выборе искусственной ели обратите внимание на наличие противопожарной пропитки. Эта информация обязательно должна быть указана на упаковке, либо в паспорте к продукции. На елку запрещено устанавливать свечи и бенгальские огни. Для украшения нельзя использовать электрические изделия, не прошедшие сертификацию. Подключение гирлянд к сети должно выполняться с помощью штепсельных соединений. При выявлении неисправностей в иллюминации, нагревании проводов, мигании лампочек, искрении она должна быть немедленно отключена. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонам 01 210 21 или 112 и 101 с любого мобильного телефона.